3 сентября в КФУ открылась сателлитная молодежная школа «Современная ядерная физика и ядерная медицина». Школу ожидают два усердных дня в рамках работы Международного симпозиума по физике экзотических состояний ядер «Эксон-2016», который пройдет в стенах Казанского университета. В работе школы принимают участие около 80 молодых ученых, студентов, аспирантов и заинтересованных преподавателей. Во-первых, любому здравомыслящему человеку, не слишком сильно политизированному, понятно, что сегодня без ядерных технологий не может развиваться ни одна область современного естествознания. Здесь широкий спектр от изучения самой материи, структуры материи, до изучения самого венца, скажем, того материального мира, который есть, это человеческий мозг. С лекциями на молодежной школе выступили ведущие ученые Объединенного института ядерных исследований. Их лекции стали действительно уникальными для будущих физиков. Гости КФУ не отрицают, что всегда готовы вновь и вновь баловать студентов новыми знаниями. Казанский университет – известный вуз, очень хорошо известный вуз, с высокой репутацией, с высоким авторитетом. У нас, к сожалению, в Дубне пока не так много научных связей с Казанским университетом, но надеюсь, что с нашим визитом это получит просто новый, вот наши отношения просто получат новый импульс. И мы с удовольствием будем ждать студентов Казанского университета в Дубну, магистратуру, в аспирантуру, и с удовольствием будем их учить, образовывать, давать им совершенно бесценный, замечательный опыт работы на наших уникальных установках в Дубне. В планах у Казанского университета совместно с Объединенным институтом ядерных исследований остается открытие магистратуры по ядерной физике. А значит, совсем скоро физики КФУ направят полученные знания в нужное русло. Аделя Мухаммедшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.